Федеральный игрок рынка сельхозпроизводства группа компаний «Благо» планирует построить в Рубцовске элеваторный комплекс и маслоэкстракционный завод. Соответствующее соглашение подписали губернатор Виктор Томенко и генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман. Строительство предусматривает два этапа. Начнется работа уже в этом году, а полностью реализовать проект планируют к 2030 году. На первом этапе построят элеваторный комплекс на 120 тысяч тонн хранения, чтобы загрузить производство в Бийске и Барнауле. В проект вложат свыше 3 миллиардов 800 миллионов рублей. Группа компаний «Благо» работает в регионе уже несколько лет. Инвестор считает Алтайский край одним из лучших для ведения бизнеса по многим параметрам. На сегодняшний день, вот спустя уже там 5 лет, как мы находимся в регионе, мы точно можем сказать, что регион помимо сырьевой обеспеченности, да, помимо там, уникального канала сбыта, помимо уникальной географической локации, позволяющей эффективно работать как на внутренний рынок, так и на экспорт, на самом деле регион, в котором комфортно работать. На втором этапе построят мощности для переработки до 2000 тонн подсолнечника, льна или рапса в сутки. Производство ориентировано на транспортный коридор через Республику Казахстан для экспорта масла в азиатские страны. Всего благодаря реализации проекта в Рубцовске будет создано порядка 400 современных рабочих мест. Все это часть комплексного развития города. Как перспектива, наверное, может быть интересным, конечно, дальнейшая газификация Рубцовская, которая у нас вместе с Большим Газпромом в планах. С железнодорожниками нужно будет, наверное, взаимодействовать. Структура такая большая, значит, с государственным таким подходом. Все это в общую копилочку нашей совместной деятельности для того, чтобы проект, еще раз мы говорим, заработал и выходил потом на свои такие большие мощности.